Всем привет гостям моего канала и моим дорогим подписчикам. Сегодня мы будем вязать с вами вот такого плюшевого мишку. Высота его 21 сантиметр. Ручки и ножки у нас вшивные. Мы будем это ввязывать вместо тела, вместе это все будем делать. Голова у нас идет пришивная. Вязать мы будем ее отдельно и потом пришивать к телу. Ушки у нас тоже идут вшивные. То есть я не пришиваю их, а вшиваю в саму голову. Обязательно покажу, как я все это буду делать. Для создания такого мишку нам понадобится основного цвета один моточек. Ну и я думаю, половину моточка нам нужно будет для нашего комбинезона. Здесь у меня носик идет 12 миллиметров, глазки меньше. Я думаю, 8, где-то так было. Я вязала этого мишку очень давно. Сейчас у меня глазки будут немножко больше. Также нам понадобится холофайбер или любой наполнитель, который у вас есть. Вот такая вот красота у нас будет с вами. Мы начнем вязать с вами ножки, ручки, потом вяжем тело, ввязываем наши ножки в тело и ручки. Голову мы будем вязать отдельно. Сейчас покажу материалы, которые нам понадобятся. Я буду вязать плюшевой пряжей. Это у меня серый. Вот такая плюшевая нить, это 2 миллиметра. Производитель у меня вот такой вот. Здесь у нас идет в мотке 150 грамм. 225 метров, 100% полиэстер, номер нашей пряжи 149B. Вот такая вот тонкая пряжа. Производитель рекомендует нам вязать 4,5 миллиметра крючок, 5, да, 4,5-5. Вот я буду вязать крючком номер 2,5. Вот такой вот. Вот такой у меня крючок. Он будет идти 2,5. Также нам нужны будут ножницы. Маркер. Обязательно маркер. Иголочка с тупым концом. Белая нить для пришивания головы. Можете использовать эту же ниточку, которой мы будем вязать мишку. Но я не очень люблю, потому что она плюшевая и немножко портится, когда вы пришиваете. Очень быстро торочится, поэтому я люблю пришивать обычной. Совсем немного черной нити для вышивания бровок.
И вот такой вот мишка у нас с вами будет. Так, у меня еще есть носик на безопасном креплении. Я буду использовать 12 миллиметров носик. Бархатный. Это бархатный носик. Вот такой вот. К нему идут вот такие заглушечки. Мы будем вставлять это. А когда свяжем носик, мы будем вставлять это и закреплять. Вот таким образом. Вот сюда. Меня многие спрашивают, как правильно закреплять. И я говорю вам, что закреплять нужно не сверху, вот этой шапочкой вверх, а наоборот вниз. Точно так же закрепляются у нас глазки. Так, глазки у нас будут тоже 12 миллиметров. Сейчас покажу, какие. Вот такие вот глазки. К ним идут вот такие заглушки. Тоже мы будем вставлять их вот так вот вовнутрь. То есть вот эта шапочка выпуклая, да, должна быть вверху. К этим глазкам у меня идут реснички. Но я вставлять их, наверное, не буду. Объясняю почему. Потому что, когда я вставляю глаз, вот эта заглушечка, она одного размера. Смотрите, когда я беру нашу ресничку, так, и беру нашу заглушечку, они одного размера, видите? Таким образом, когда мы будем это вставлять и закрывать, наш глазик, он не уйдет вовнутрь. А он будет немного как выпуклый, да? Мне это не очень нравится. Поэтому я получила такую партию глазиков. Что можно с ними делать? Если вы получили точно так же, или у вас есть точно так же, нужно вот это колечко сделать меньше. Просто кусачками можно попробовать сделать это меньше, если вы хотите, чтобы ваши глазки остались здесь. Я не знаю, я попробую. Если у меня получится, я оставлю это. Если не получится, будет просто обычный глазик. И я добавлю сюда цвет. И вот так, вот такие глазки у нас будут с вами. Так, нам понадобится еще наполнитель или холофайбер, любой, который у вас есть. Есть вот такой вот наполнитель. Не очень люблю его использовать, потому что он не очень легко ложится в нашу игрушку. То есть он немного сбивается, поэтому я не очень люблю ним работать. И я использовать люблю очень вот такой вот холофайбер. Мне он очень нравится, он очень легко, мягкий такой ложится. Игрушка очень хорошо держит форму. Но я советую, если вы найдете такой, покупайте такой. А он стоит немножко дороже. Но он лучше. По носке он будет намного лучше. Ну, вроде бы я рассказала вам все.
Вот такие пуговки можно еще придумать. Можете обычные пуговицы взять. У меня были такие, я использовала такие. Вот, ну, мишка вяжется очень легко. Я буду очень подробный мастер-класс рассказывать, как я это все делаю, объяснять. Не будем никуда торопиться. Я хочу, чтобы у всех все получилось. Некоторые девочки мне пишут, что они не могут справиться с тем, в каком ряду, что я пришиваю. Честно говорю вам, я иногда это не считаю, какой ряд. Но с этим мишкой мы с вами сделаем все, чтобы вы видели. Я буду пришивать все на камеру, буду показывать, чтобы вам это было все понятно. Для тех, у кого не получается или вы не знаете, как правильно сделать, мы все будем делать с вами вместе. Вот такой вот чудный мишка у нас с вами будет. Мастер-класс будет разделен на две, может быть, три части, но я думаю, что, наверное, на две. Вот, ну, я думаю, что у нас с вами получится вот такая вот красивая игрушка. Вот такой вот милый мишка. Основного цвета цвет у нас будет серый, комбинезон у меня будет фиолетовый. Рубашечка будет тоже белая. Вы можете выбрать любую цветовую гамму, которую вы хотите, которая у вас есть. И ножки я буду вязать подошву другого цвета. А вы можете делать все, как в первом мишке, одного цвета. Вот так вот. Вот такой вот мишка будет с нами. Хорошо, давайте начнем. Начинаем вязать с вами ножки. Я беру коричневую пряжу, такую молочную. Делаем кольцо амигуруми или 2 воздушные петли. Со второй петли от крючка делаем 7 столбиков без накида. Один столбик провязали, поставили маркер. Вяжем второй. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Провязали. Во втором ряду делаем 7 прибавок. Это в каждую петелечку по 2 столбика без накида. Кто не знает, как делать прибавочки, я оставлю вам подсказки. Один столбик провязала, поставила маркер. Сюда же вяжу второй столбик. Это наша первая прибавка. Во вторую петельку делаем опять 2 столбика без накида. Это у нас вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая. Пятая, шестая, и седьмая. Ряд закончился.
В третьем ряду делаем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Делаем так до конца ряда. 7 раз. 1 столбик провязали, поставили маркер. Во вторую петлю делаем прибавку. Еще раз. 1 столбик провязала, во вторую делаю прибавку. Провязываем самостоятельно так до конца ряда. 1 прибавка, 1 прибавка и по кругу. Встречаемся с вами в четвертом ряду. Третий ряд я провязала. В четвертом ряду делаем с вами 2 столбика без накида, 1 прибавка. Маркер убираем и вяжем дальше. Один столбик провязали, поставили маркер. Во вторую петельку вяжем 2 столбик без накида. В третью петельку делаем прибавку. Такую комбинацию вам нужно повторить 6 раз, и будем встречаться с вами уже в следующем ряду. Это у нас будет 5 ряд. 4 ряд я провязала. В 5 ряду делаем 3 столбика без накида, 1 прибавка. Переносим маркер. Один столбик провязали, поставили маркер, вяжем второй, третий, делаем прибавку. Еще раз. Один столбик без накида. В следующую петельку 2 столбик без накида, в следующую петельку 3 столбик без накида, в следующую петельку делаем прибавку. Все наши прибавочки должны совпадать. Такую комбинацию вы должны повторить самостоятельно еще 5 раз. Пятый ряд я не довязывала до конца, потому что я буду сейчас менять цвет. Я делаю прибавку последнюю и показываю вам, как я меняю цвет. Одну петельку сделала, во вторую не довязываю до конца. Беру серую нить. И поменяла цвет. Вот я сделала прибавку последнюю, ниточку вытянула серой. Сейчас у нас 6 ряд. В ряду у нас 35 петелек. Мы провязываем 35 столбиков без накида. Сейчас провязываем 2. Раз, 2. Эту ниточку чуть-чуть подтянули. Коричневую ниточку я уже обрезала. Вот эти 2 хвостика вам нужно соединить вместе. Я соединяю узелками. Так, соединила. Здесь я маркер могу не ставить, потому что здесь видно, сколько у меня петель. Просто считаем. Должно быть 35.
Вот считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Наш ряд закончился. Вяжем седьмой ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка. Один столбик провязали, поставили маркер. Два. 3. Делаем убавку. Убавки я делаю за передние стеночки. Оставлю вам в подсказках, как правильно это делать. 1 столбик без накида. 2. 3. 3. И убавка. Так делаем до конца ряда. Встречаемся с вами в следующем ряду. Седьмой ряд я закончила. Сейчас у нас идет восьмой ряд. Вяжем с вами такую комбинацию. 8 столбиков без накида в начале ряда. Потом делаем 6 убавок. И потом делаем 8 столбиков без накида. Один столбик провязали, поставили маркер и считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Делаем 6 убавок. Один. Два. Три, четыре, пять,
6. До конца ряда у нас остается 8 петель, провязываемых столбиками без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Ряд закончился. Вяжем следующий. 9 ряд. 7 столбиков без накида в начале ряда. Потом делаем 4 убавки подряд и 7 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 убавки, 1, 2, 3 и 4. Остается у нас 7 петель до конца ряда, провязываемых столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Ряд закончился. В следующем ряду, это у нас 10 ряд уже, вяжем 7 столбиков без накида в начале ряда. Потом делаем 2 убавки и 7 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем 2 убавки. 1, 2 и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Ряд закончился. Вот такая ножка у нас с вами получается. Сейчас с 11 по 15 ряд включительно мы вяжем 16 столбиков без накида. Сейчас нам нужно поменять ниточку на цвет нашего комбинезона. У меня это будет фиолетовый. Так, и меняем цвет. Вот, смотрите, последнюю петлю я распустила, вытянула ее, да, и уже провязываю фиолетовым цветом. Так. Так, теперь
Маркер убираем. Оставляем немножко побольше хвостик, чтобы мы могли его подтянуть потом. Провязываем 2 петли, 2 столбика без накида. Один столбик и второй. Ниточку немножко подтягиваем. Вот эту серую ниточку нам нужно обрезать. Она нам уже не нужна. Так, и вот эти вот две ниточки, сиреневая и серая, нам нужно соединить их вместе узелками. Соединила. Хвостики спрятала вовнутрь. Провязываем 16 столбиков. 2 уже мы сделали. Вяжем дальше. Три. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Ряд закончился. Мы провязали 11 ряд. Вот такой, так вот ножка наша будет выглядеть. Вот самостоятельно провязывайте. Вот 11, так, 12, 13, 14, 15. Еще 4 ряда провязывайте самостоятельно. И встречаемся с вами уже в 16 ряду. Я провязала вот эти 4 ряда. Сейчас у нас 16 ряд. Мы вяжем с вами 6 столбиков без накида и 1 убавка. Один столбик провязали, поставили маркер. Вяжем дальше. Два. Три. 4, 5, 6. Делаем убавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Сейчас у нас в ряду 14 петель. Вам нужно провязать 3 ряда. Один я провяжу с вами. И 2 ряда вы провяжете самостоятельно. Почему я это делаю? Чтобы у нас совпадали наши петельки. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14-я петля. Вот она. Все. Еще два ряда самостоятельно. И будем закрывать с вами ножку. Я закончила. Сейчас мы будем с вами наполнять нашу ножку. Беру холофайбер и начинаем это наполнять. Вот туда вот, в носочек обязательно. Вот первая часть идет больше в носочек. Мне нравится наполнять более плотненько, чтобы наша игрушка после стирки не держала свою форму. Вы наполняете, как вы любите. Вот так вот. Плотненько набили. Еще немножко. Сейчас я набила столько, сколько мне нужно. Видите? И мы будем закрывать нашу ножку. Убираю маркер. Смотрю, где у меня последняя петля. Вот. И еще, смотрите. Сейчас мы должны нашу ножку сложить пополам. Вот так вот, чтобы это было ровненько, да? Везде. То есть, вот, чтобы наша ножка была просто ровненькой. Что нам нужно для этого сделать? Если мы сейчас вот так ее сошьем, она будет неровна. Значит, нам нужно провязать еще пару рядов, пару петелек провязать и потом сложить нашу ножку. Два. Мне все-таки нужно три. Я сказала две. Нужно три. Так. Сейчас складываем ножку пополам. Смотрим, чтобы это было ровненько. Все ровно и красиво. Теперь вставляйте маркер в последнюю петлю нашу, для того, чтобы мы закрыли все ровно. Нужно вставить маркер и посмотреть, как это будет. И теперь провязываем вот сюда. И тут, где мы вставили маркер, нам нужно войти сюда же крючком. Зачем мы ставим маркер? Чтобы мы знали, в какую петлю
Нам нужно это сделать, чтобы это не было рядом, а чтобы было именно здесь. Маркер убираю и провязываю. Так вот, один идет у нас. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И 7. Последнюю петлю я не делаю столбик без накида. Я делаю просто соединительный столбик. Вот так. Ниточку протягиваю и обрезаю. Все. Беру иголочку и делаю здесь узелочек. В это же место вошла и спрятала ниточку вовнутрь. Вот этот хвостик прячу вовнутрь. Вот и все. Наша ножка готова. Наполнитель распрямили по ножке, чтобы все было у нас одинаково везде. Вторую ножку вяжите точно так же, самостоятельно. Начинаем вязать с вами ручки. Ручки мы будем вязать основным цветом и потом делать вот такую белую рубашечку. Беру нить основного цвета. Делаем 2 воздушные петли. И со второй петли от крючка вяжем 6 столбиков без накида. Один столбик провязали, поставили маркер и считаем. 2, 3, 4,
5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. Каждую петлю по 2 столбика без накида. Такую комбинацию нам нужно повторить 6 раз. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Один столбик провязали, поставили маркер, сюда же вяжем второй столбик. Это наша первая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Ряд закончился. В третьем ряду делаем один столбик без накида, одна прибавка. Делаем так 6 раз. Извините, 3 столбика без накида, одна прибавка. Да, 1, 2, 3 и прибавка. В конце ряда у нас будет 15 столбиков без накида. 1, 2, 3 и прибавка. Один, два, три и прибавочка. Третий ряд закончился. Теперь с 4 по 7 ряд включительно мы вяжем 15 столбиков без накида. Просто по кругу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, 14. Где-то я пропустила одну петлю. Так, возвращаемся. Два, три, четыре,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Все верно, 15. Ряд закончился. Четвертый ряд мы провязали. Теперь с 5 по 7 ряд включительно. Провязывайте самостоятельно. Сейчас вяжем 8 ряд. 13 столбиков без накида, 1 убавка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И делаем убавку за передние стеночки. В 9 ряду провязываем 14 столбиков без накида, просто по кругу. Один столбик провязали, поставили маркер. И обязательно считайте, не пропускайте петельки, и у вас все получится. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Закончили. 10 ряд. Вяжем 12 столбиков без накида, 1 убавка. Один столбик провязали, поставили маркер. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и убавка. Провязали. Сейчас 11 ряд. Вяжем 13 столбиков. Один, поставили маркер и считаем.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Так, есть тринадцать. Двенадцатый ряд. 11 столбиков без накида, одна убавка. Один столбик провязали, поставили маркер. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 11 и убавка. Ряд закончился. В 13 ряду вяжем 12 столбиков без накида по кругу. Последнюю петельку не довязывайте до конца, будем менять нить. На белую. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцатую петлю я не довязываю, меняю цвет. Вот так вот. Сейчас мы вяжем 10 столбиков без накида и убавка. Белой ниточкой. 2 столбика провязала. Ниточку подтянула. Серую ниточку обрезала. Она мне больше не нужна. Подтянула 2 хвостика. Завязала 2 узелка. 2 ниточки между собой на узелки. Делаю 3 узелка. И прячу хвостики вовнутрь. Так, есть. Два провязали. Нам нужно 10 и убавка. Два. Три. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. И делаем убавку. 10. Сейчас вяжем по кругу 11 столбиков без накида. Сейчас в ряду у нас 11 петель, провязываем их. 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Провязала. Ряд закончился. Теперь делаем 9 и убавка. 1, поставила маркер и считаем. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Делаем убавку. 10. И последний ряд мы вяжем 10 столбиков без накида. Один. Поставили маркер. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять и 10. Ниточку немножко вытянула. И теперь нам нужно просто наполнить нашу ручку холофайбером или любым наполнителем, который у вас есть. Беру наполнитель и начинаю наполнять. У меня такая пластиковая иголочка. Я люблю ней работать.
Вот таким образом я наполняю нашу ручку. Все. Так. Я думаю, еще немножко. Так, я набила так, как мне нужно. Больше ничего не нужно мне набивать. Этого достаточно. Я просто закрываю нашу ручку. Точно так же, как я делала с ножкой. Ставлю в последнюю петельку. И провязываю. Вот так вот, видите? Вот. Не спешите, чтобы у вас ничего не потерялось, никакая петелечка, нигде ничего не вылезло, чтобы все было у вас аккуратно. Поэтому лучше не спешить. Мы так аккуратно прошиваем нашу ручку. И все, вот последнюю петлю я не провязываю, а делаю соединительный столбик. Вот так. Ниточку обрезали и спрятали вовнутрь. Вот такая ручка у нас с вами получилась. Так, делаем узелочек. И ниточку просто вытягиваем на другую сторону. Хвостик прячем вовнутрь.
Внутри нужно нам распрямить наш холофайбер. И все. Вторую ручку вяжите точно так же. Вот такие вот у нас ручки с вами вышли. Начинаем вязать с вами тело. Берем, у меня это фиолетовый цвет, потому что у меня комбинезон будет фиолетовый. Если у вас другой цвет, вы вяжете другим цветом основным. Так, и мы делаем 2 воздушные петли. И со второй петли от крючка 6 столбиков без накида. Один столбик провязала, поставила маркер. Вяжем второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Во втором ряду делаем 6 прибавок. Каждую петелечку по 2 столбика без накида. Один столбик провязали, поставили маркер. Сюда же вяжем второй столбик. Это наша первая прибавка. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. Ряд закончился. В третьем ряду делаем с вами 1 столбик без накида, 1 прибавка. Делаем так 6 раз. И в конце ряда у нас будет 18 столбиков без накида. 1 и прибавка. Один и прибавка. Один, прибавочка. Петельки не пропускаем. И последняя прибавка. Есть. Ряд закончился. В четвертом ряду делаем
2 столбика без накида, 1 прибавка. Все наши прибавки совпадают. Если у вас что-то не совпадает, значит, где-то вы сделали ошибку. 1, 2 прибавка. 1, 2 прибавка. 1, 2 прибавка. Один, два, прибавка. Один, два, прибавка. И последняя. 1, 2 и прибавка. Ряд закончился. Вот так. Вязание наше выворачиваем. Всегда выворачиваем. Я никогда не говорю об этом. Так, 5-й ряд. Делаем 3 столбика без накида. 1 прибавка. Тоже делаем так 6 раз. И в конце ряда у нас будет 30 столбиков без накида. 1. 2, 3 и прибавка. Один, два, три и прибавка. Один, два, три и прибавка. Один, два, три, прибавка. Три прибавочка и последняя. 1, 2, 3 и прибавка. Ряд закончился. Сейчас вяжем 2 ряда самостоятельно. Делаем этот у нас 6-й ряд. Делаем 4 столбика без накида, 1 прибавка. Делаем так 6 раз. И в конце ряда у нас будет 36 столбиков без накида. В 7-м ряду мы делаем с вами 5 столбиков без накида, 1 прибавка. Делаем так 6 раз, и в конце ряда у нас будет 42 столбика без накида. В 8-м ряду мы будем с вами уже ввязывать наши ножки. Сейчас самостоятельно провяжите то, что я только что проговорила, вот эти 2 ряда с прибавками. И потом будем вшивать наши ножки. Я провязала наши 2 ряда. Сейчас у нас 8-й ряд, мы начинаем ввязывать наши ножки. В начале ряда мы вяжем с вами 14 столбиков без накида. Один столбик провязали, поставили маркер. Два. Три. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Берем нашу ножку и провязываем 6 петелек, 6 столбиков без накида. В самую первую петелечку вошли крючком. Теперь в наше тело вытянули рабочую ниточку, провязали столбик без накида. 1. Два, три, четыре, пять. Шесть, у меня получается 7. Вышло 7 петель. Вот так вот провязали. Теперь по телу мы вяжем 16. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, ну посчитаем сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте все-таки 15, потому что у нас тут должна быть ножка закончиться. Все-таки 15. Не 16, а 15. Так, и провязываем в ножку, в тело. В ножку, в тело. Столбиками без накида. Так вот. Так, провязываем. Здесь было 6. И теперь у меня последняя петля, 7. Я вытягиваю маркер и уже делаю в новом ряду вот эту свою последнюю петельку. Вот такая красота у нас получается. С
Ставим тут маркер, потому что это у нас уже новый ряд. В 9-м ряду будем вязать с вами 6 столбиков без накида, прибавка. В конце ряда должно получиться 48 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть и прибавка. Один, два, три, четыре, пять, шесть и прибавка. До конца ряда провязывайте самостоятельно. Встречаемся с вами уже в 11-м ряду. Смотрите, я сделала 6. Последнюю прибавку я убираю маркер и делаю последнюю прибавку. Вот так вот. Теперь 2 ряда, 10 и 11 ряд. Вяжем 48 столбиков без накида, просто по кругу. Просто по кругу, 48 столбиков. 2 ряда провязывайте самостоятельно. Встречаемся с вами уже в 12-м ряду. Я провязала. Сейчас у нас 12-й ряд. Мы вяжем с вами уже убавочки. Делаем 6 столбиков без накида и 1 убавка. Делаем так до конца ряда. 2, 3, 4, 5. 6 и убавка. До конца ряда провязывайте так самостоятельно. В 13-м ряду у нас с вами будет просто по кругу. Нам нужно провязать 42 столбика без накида, просто по кругу. И встречаемся с вами в 14-м ряду. Я провязала. Сейчас у нас 14-й ряд. Мы вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. Делаем так до конца ряда. А в 15-м ряду мы будем менять с вами нить на белую. Один столбик провязали, поставили маркер. Два, три, четыре, пять. Делаем убавку. За передние стеночки. Вот так вот. Провязывайте до конца ряда самостоятельно. 14-й ряд я не довязала до конца. Я сделала 5 столбиков без накида. Сейчас я делаю убавку и меняю цвет. На крючке 2 петли. Беру белую нить.
провязываю белой ниточкой. Оставляю небольшой хвостик. Убираю маркер. Белой нитью провязываю 2 столбика без накида. Немножко подтягиваю ниточку, беру ножницы, фиолетовую нить я обрезаю, она больше нам не нужна. И вот эти 2 хвостика соединяю между собой узелками. Сейчас у нас 15 ряд, нам нужно по кругу провязать 36 столбиков без накида, просто по кругу. Я сделала узелки. И просто сейчас подтянули хорошо эти ниточки и провязываем 36 столбиков. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35 и 36. Все. Следующий ряд у нас идет 4 столбика без накида, 1 убавка. Это у нас 16 ряд. 1 столбик провязали, поставили маркер. Два, три, четыре и убавка за передние стеночки. Этот ряд довязывайте до конца самостоятельно. В 17 ряду мы будем делать с вами 30 столбиков без накида по кругу. Встречаемся с вами уже в 18 ряду. Так, я провязала 17 ряд. Сейчас у нас идет 18 ряд. Мы вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка.
Так, один столбик провязали, поставили маркер. Два. Извините, что-то пошло не так. Два. Три. И убавка. Так, делаем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 24 столбика без накида и 19 и 20 ряд, то есть два ряда. Вы провязываете просто по кругу 24 столбика без накида, два ряда. В 21 ряду мы будем с вами уже вшивать наши ручки. И потом уже еще один ряд мы будем закрывать наше тело. Сейчас провязывайте самостоятельно то, что я только что проговорила, эти два ряда. Вот, три получается, да? 18, 19 и 20. Сейчас мы вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. Делаем так до конца ряда. 19 и 20 ряд мы вяжем 24 столбика без накида, просто по кругу. И встречаемся с вами в 21 ряду. Я провязала эти три ряда. Так, сейчас мы провязываем, берем смотрите, у каждого плотность вязания абсолютно разная. Нам нужно просто вязать столбики без накида. Просто по кругу, без прибавок и убавок. Здесь я раньше вязала в первом своем мишке, я делала 9 столбиков в начале ряда. Так. Но у каждого вязания плотность вязания разная, я повторяюсь, да, еще раз. И поэтому я начала говорить своим девочкам и мальчикам, которые вяжут вместе со мной, что вот просто этот ряд вяжите так, как у вас получается. Вот не считайте эти петельки, а просто прикладывайте вот так вот вашу ручку. Ручка должна быть напротив ножки. Вот. Полностью вот так вот должна ложиться. Смотрите, вот я провязала, вот так вот приложила. Я вижу, что у меня вот так вот это ровно получается, да? То есть без, вот просто вот так вот ровненько это должно быть. То есть она не должна быть идти в сторону там или еще как-то в бок идти или немножко сюда наперед, на животик, да, вот ровно, ровно должна быть вместе с ножкой, вот ровненько. Я провязала, сколько мне нужно петель. Потом беру в ручку. И в тело. Провязываю столбиком без накида. Вот так вот. И опять в ручку и в тело. Просто вот так вот по кругу провязывайте. Смотрите, чтобы у вас вот эта часть была просто ровная. Потому что иногда не выходит так, как ты говоришь.
Поэтому я нашла вот такой вот способ, чтобы у всех все получалось. Смотрите, я вот провязала ручку, и вот она вместе с ножкой идет вот ровно, видите? Просто ровно. По спинке мы провязываем столько, сколько нам нужно. Здесь у нас была последняя петля. Вторую ручку мы провяжем с вами точно так же. Тоже здесь считать не нужно. Просто нужно провязать столько, сколько нам нужно этих петелек. Это наш предпоследний ряд, поэтому маркер здесь особой роли не будет играть. Вот. Мне нужна еще вот одна петля, чтобы это было ровно. Я убираю маркер. В ручку, в тело и провязываю столбик без накида. Опять в ручку, в тело. Вот эти петельки старайтесь затянуть поплотнее, чтобы наши ручки не были очень свободно. Вот так вот. Вот. Смотрите. Я провязала. Вот видите, вот как это сейчас выглядит. Сейчас нам нужно еще один ряд провязать просто по кругу. Без прибавок и убавок. Мы просто по кругу провязываем просто ряд. Вы знаете, что здесь у вас закончилось новый ряд, да? И вот вы должны просто провязать это по кругу. Все, набиваем холофайбером, и наш мишка почти готов. Смотрите, я набила уже его полностью, да? Вот этого достаточно, но когда мы будем пришивать голову, я еще немножко набью сюда в шейку, да, чтобы было плотненько. Ну вот, пока это будет выглядеть вот так вот. На этом мой мастер-класс заканчивается. Остальное все мы будем вязать во второй части. Ну, у нас мишка почти готов. Вот такая вот красота у нас с вами получается. Видите? Очень миленькая будет. Самое сложное — это всегда оформить мордочку. Поэтому я сделаю подробный мастер-класс, чтобы у всех все получилось. Утянем мы с вами немножко подошву, чтобы наши ножки были более плоские. Всем спасибо, кто вязал сегодня вместе со мной. Желаю всем хорошего настроения, легких петелек. Пока-пока!